Привет вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть в метро. Итак, поехали. Нам надо в порт. Местные не особо рады нас видеть. После войны у них тут образовался настоящий технофобский культ. Его лидеру удалось заманить меня в ловушку в полузатопленной церкви. Не знаю, что они собирались со мной сделать, но с помощью удерживаемой культистами женщины по имени Катя мне удалось вырваться. Пришлось пострелять, но хоть живой остался. Катя рассказала о скрывающемся в порту механике, который мог бы помочь нам починить Аврору и перебраться через мост. Похоже, стоит к нему наведаться. Да. Стоит. Еще как стоит. Так, где у нас порт? Самолет мы видели. Ну-ка. Где порт? А, вон он порт, вон даже видно. Ну-ка. Че, у меня нету, что ли? А бинокль-то что у меня? Ну-ка, настройки. Так, управление, клавиатура, продвижение. Бинокль нет. Инвентарь. Бинокль. И что ты им не пользуешься? Ни хрена себе! Вот так легко и просто. Ладно. Да подождите. Непонятненько. Вперед идти мне надо туда. Так. Ладно. Ладно. Так. Компас. Прикреплен к вашему, всегда указывает на текущую цель. А где у меня компас-то? К планшету прикреплен, если только. Вот там прикреплен, да. Так. Есть лодка, но можно пешком. Даже не знаю. Давай пешком. Посмотрим, осмотримся. Охренеть. Ладно. Да, тихо ты! Охренеть! Да. Ну-ка, что? Давай, загрузить. Вот, быстрая загрузка. На лодке поплывем. Нечего нам ходить. Охренеть. А птичек не напасешься. Вишенка. Вкусно.
Метать ножи и гранаты можно с помощью C. Да я знаю, сначала гранату только сделать надо. Так, где там? Я лодку видел. Так. Поплыли. Так. Здесь-то проще отбрехаться. Эти штуки не плавают. Ну вот эти, да. На. 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 Вот так. Надо почистить его. Но без этого никак не обойтись было. Мы знали, что они выплывут, выпрыгнут. Так. Здесь что? Так. Кто бы ты там ни кричал, вот так я сделаю. А, точно, вон там, точно какое-то место было. Вон, прямо на холме, вон на том. Да-да-да. Так. Там кто-то был, я не помню. Ну-ка, давайте-ка сходим, посмотрим. Так. Да до хрена. Это я и без тебя знаю. Вот здесь я вот. Кладезень-то был. Беги. Тихо. В норме, все, все в норме. Так. Вот что мне надо. Говорю же, где-то здесь было. Минутку. Так. Заходим. Так, стол. Разобрали, разобрали. Ну что ж, давайте я пока поремонтируюсь. Посмотрю, что у меня есть. Ох ты, броня. У меня и... спартанский шлем. Это что? Ремонт противогаза. А. Починить, так. Понятно. Электрооборудование. Ну, есть. Так, а вот наручники. Так, жесткий наручник обеспечивает защиту от укусов монстров, позволяет устанавливать дополнительные устройства, необходимые для выживания. Компас на вашем наручнике всегда указывает направление, в котором нужно двигаться. Все установить.
Теперь начнем так это почистить. Что? Зачем? Так, почистить, почистили. Прицел. Какой прицел? Этот прицел оставим. Так, с собой все понятно. Это у меня пистолет. Так, это с глушителем. Пусть глушителем будет, да? Всего лишь на одно удобство. Так, и тут пока все стоит. Так, этим я еще не пользовался. Ну все. Так, ага. Вот что можно сделать. Ну пока нету. Охренеть. Ладно. Посмотрим. Так. Закрыть. Самое главное мы сделали. Так, время ночь. Спим. Спать, спать, спать. Все. До утра. Хрен бы я ночью бы не шатался. Так. Послушаем. Ну что, значит, застрял на спектакле. Всегда ты. Я как с тобой фонарик разобрал. До сих пор меня еще не уйдет. Пришлось готовить хронику всех. Ну ладно, неудобно. Мало ли кто не сошлась. Заодно и разведал тут все. А интересные места. Тут, к примеру, склад военный. Так, без лодки не добраться. Так. Без лодки не добраться. Схроны наделал. Так, дом здоровенный. Ладно. Это вон тот. Дом. Вот так. Давай. Еще. Падла. Ага. Давление ослабевает. Да тихо ты. Так, здоровенный дом. Про что-то это интересно, про этот, наверное.
Даешь твою мать-то! Да какого хрена? Так. Где ты? Где ты? Ладно, 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 подожди. Сюда, сюда, сюда. Что мы здесь найдем? Так, так, подожди. А, то мы потом сюда выйдем. Сначала лучше наверх сходить. Я же еще и людей слышу. Так. Да, твою мать. Давай, давай, давай. Сюда, сюда. Так. Как подняться-то? Блин. Вашу дивизию же. Так, по идее сюда вот на лодке приплыли бы. Че, блин, да вот это, в этом здании надо, там наверх, точно знаю, есть что-то огонек же светится. Блин. Тут выше никак. Просто вот огонек есть. На трассу. Надо он на тот кран. Подожди, а на тот кран мне все равно сюда идти. Выход же здесь. Так, я не понял, мне что надо? Да подожди. Варя, для того,
Давай, ты где? Опа. Так. Не! Так, хрен тебе. Так, стрелу опущу. Куда ты ее опустишь? Да ё-моё. Как тебе попасть-то? Так. Облегчает задачу. Так. Вот так. Пока справляемся. А, можно было его здесь вот так, ага. Я просто пошел по легкому пути. Все, разобрал. Вышел. Да, продолжаем. Продолжаем продолжать. Я не понял, ты где сам-то? Да тихо ты! Тихо! Где ты? Все? Где ты их видишь? Вот они. Так, пока от всех не отобьюсь, да? Ну, часто подожди. Подожди. Не спеши. Все. Этот докрякался. Yeah.
все? Ух ты! Ты что там? Откуда пришел? Так. Понятненько. Ясненько. Прекрасненько. Так, а там-то как мне забрать? А, подожди-ка. Так, что у меня с патронами-то? Лезем. Патроны. Так. Что там? Есть что-нибудь, что можно взять? А, все понятно. Все с вами ясненько, все с вами понятненько. Так. Давай. Вот это. Нет? Нет. Так, минутку. Давайте-ка посмотрим. Сюда. Это я где вылез? Прямо на складе. Хорошо, вниз идем. Так, это вот где я спускался. Твою ж мать! Вылез. Погоди.
Так. Читаю. Даша, ты была права, они действительно растут необычайно быстро. И только что видел двоих новорожденных, которые мы кольцевали в прошлом году. Они уже подростки. Потрясающе. Берите рекордер и аккумулятор и тащите сюда лучшего наблюдательного пункта и не придумаешь. Ну и заодно вкали Мишке сыворотку от бешенства, его разок тяпнули. Он, конечно, будет брыкаться, подумаешь, укус, но на всякий случай хорошо хоть согласился бегать за оборудованием и показать тебе дорогу. Я жду на месте. Давай. Понятненько. Открываем. Все, выходим. Одеваем. Стой. Что-то понять не могу. Давай. Вот надо подкачаться. Да твою мать-то, а как тут пройди-то? Спокойно. Как пройти? Где находится нафилет? Ладно. Да, тихо ты. Ух ты! Что здесь у нас? Ничего. Тут у нас чего? Ничего. Ладно. Давай, пойдем знакомиться. Потому что местность я зачистил.
Да ё-моё. Пробежимся. Залазь. Какой день-то красивый, чудесный, погода. Прекрасно. Бегу, бегу, бегу. Поднимайся! Да поднимаюсь. Давай лапу. Ну ты зуров, братка. Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хуже мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня крестом звать. А ты с того провоза, значит? Да. Сразу палить начали. Что-то ты знаешь. Ну, так, я себе хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, что да как. А что-то у тебя ключ. Верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. Да. О. Так, что мне еще скажешь? Сатанист. Всю жизнь технику подчиняю, да торговлюшкой еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра, думал торгану по дороге. Ну и черта с два, еле ноги унес. Но, что тоже попали. Появился меня мысля, самому бы и ни почем не справиться. Ну а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль. Вот. Сейчас все тут покажу. Давай. А то я все бинокль буду. Вот это секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Вот этот. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще проверяй. Где вагонов куча? Это депо бывшее. Там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Ну бандюков мы это покрошили, если только вот это ты имеешь в виду. Ничего, так охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, вот это я там был. Костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Вот. Флаг торчит. Пойдем, я у тебя уже побывал вроде как. Или не у тебя. Хотя как не у тебя. Ты же тут только один обосновываешься-то, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Поехали. Вниз, вниз, вниз. Тут все логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Что просто сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Я же так вот сделал, гуляюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материал вот лежат. Вообще, все, что видишь, полезного забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся. Давай. Ну давай, посмотрим. Почистить-то надо. Так, чистим. Так. Конечно, установим.
Красный лазерный прицел сделан из лазерной указки мощности излучения, которая значительно повышает ущерб надежности. Точность. Ну, точность убавляет ущерб надежности. Ну ладно, давай, пусть будет. Так, ствол пока пусть этот остается, да. Так, почистили. Тут пока все без изменений. Блин, как это? Патроны. А, ну-ка подожди-ка. Подожди, где ты? Укороченный ствол. Ты, наверное, так крутишь ствол, облегчает оружие, позволяет проводить все операции с ним быстрее. Ладно, пока не мешает вроде. Так, автомат, правда, вообще кошмар. Давай смотрим, что у нас здесь. Шарики. Собрать. А, разобрать! Я не ту нажал. Блин, охренеть. Вот я лоханулся. Ну тут до хрена надо, да? А, нет, смотрите-ка. Ну правда, у меня есть. А это что? Граната кустарная, ручная граната. Так. Нет, мне бы лучше вот аптечки собрать. Ну давай, ладно, гранату одну. Вот эту вот. Соберем. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем, и братка на восток. Ну поехали тогда. Пойдем, пойдем. Ты бы мне на карте свои лёжки бы еще обозначил, было вообще здорово. Я вот тут у деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни в Москву не пускают. Поехали. Вот. Вот так попали мы на крышу все-таки эту гребаную. Слазим. Давай теперь ты. Диваны тут можно так-то, да? Хорошо вот так вот. Как наблюдательный пункт устроиться. Что-то ей там показалось. А вы что, какие антенны? Так, Артём, прямо туда. И вообще, хватит клювами щелкать. Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Туристы. Конец связи. Так. Мне куда надо теперь?
Так, что, с Аней нет связи. Она, конечно, может постоять за себя и получше, чем многие из нас. Так что волнуйся, походу, так. Если она будет опасность, конечно, местные люди живут так. Ну-ка, переверни. Это, короче, ночевка, где я был. Ай-яй-яй-яй-яй. Да давай. Так. На. На, тварь. Так. Давай, в домик. Флаг она там видела. Ну ты дурочка. Заходим, смотрим. Пополним припасы. Где ты можешь быть? Так, смотрим. Где ты? Не понял. Так. Что за дела? Вот так. Разобрался с вами. Давай, 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 давай. Куда ты тут делаешь? Вот, ворота. Туда надо. Туда нам надо. А что там? Так. Как бы мне... Как туда попасть вот?
Вот так. Нам твою девичью. Вот так. Вот она. Одеваем. Артём. А кто еще там? Там было так хорошо. Ну, я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного... Так. Спокойно. Так, взял. Так. Ищем. Нет, надо обойти, значит, и открыть с той стороны. Не надо лишних слов. Не надо паники. Давай. Так. Носи, можно разбить. Открываем. Так. Соберем все. Давайте почитаем. Что они себе вообще думают? Стащили сюда эту дрянь и управились. Это же по науке утилизировать надо. А эти уроды вместо того, чтобы обезвреживать бюджеты с генералами пилят. И мы тут на ржавых бочках с отравой сидим. Она когда протухнет, лучше становится или хуже. И что будет хуже для нас? Бочки вот-вот прохудятся, если еще нет. Надо запасную хизму запросить. Понятненько. Так. Вот он. Голубчик. Давай. Давай. Где ты? Вот так. Чего вы тут так рьяно охраняли?
Ну-ка. Ладно. Неизвестно, что вы охраняли, но что-то было. Блин. На, в грудь тебе. Не ожидал. Вот такой подлый человек. На. Вот. Будете знать, мать вашу, как нападать на меня. Так. Так. Вот так. Пока вроде все хорошо. Пока вроде удачно иду. Что-то я не понял, что я кругом прошел или ничего? Блин. Давай. Так, ладно. Так. Давай, 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 давай. Твою мать. А, вот. Почему закрыто? Потому что надо сначала вот это, наверное. Давай. Ну-ка, давай. Хорошо, Артём нашел. Да, я вообще молодец, золотой парень. Что это за место вообще? Так.
Так, точно, стабильность. Так. Так. Там, правда, еще тело было. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артем и ребята тут. Ну, конечно. Давай. Ничего. Беги, лучше помоги Степану отца моего уговорить. Это он прокатит с Настей. Так. Беги и уговор. Ну-ка, давай-ка посмотрим сначала на карту. Так. Какими путями тут можно пройти-то? Ну-ка. Не туда, направо. Причем серьезно направо. Только там проход. Ой-ой-ой. Вот и все. Так. Вроде пробрался. Задачу выполнил, самую главную. Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. Где этот старый козел? Я тебе дам назад. Привет, Артём. Спасибо, не подведу. Ты чё, падла, там творишь-то, а? Привет, Артём. Видишь, как всё срослось? Козлина, ты чё творишь-то? Не, я так к тебе не могу подойти-то к тебе. Падла ты вообще. У нас появилась возможность перебраться через мост без штопа. По реке регулярно ходят караваны, поставить с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их во вроде втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщины мы еще с девчонкой шестерей. Как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Правильно, правильно говоришь, милашка. Как мы его достанем? Да. Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить же, два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Ну? Один я вообще ничего не гарантирую.
Ладно, черт с вами, со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем! Да, иду. Ну, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать. Чудовище, чудовище-то не отец. Держи, Артем, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли, страшное дело. Из таких передряг меня вытащила. Так, ладно. Раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий, что хочу сказать. Говори. Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Хорошо. Я тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. Саня и Степанов сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Хуже или нет, но мне пора. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артем, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Сначала почистить. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такое оружейки, как у меня, нигде. Да, ничего страшного. Если ты такой найдешь, я протестовать и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный, как новенький. Да, ага. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Так, в общем, все скомплектовал, собрал. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Да. Что-то не понял, что ты мне туда-то показываешь. Господи, вообще назад. Ё-моё. Далековатненько. Не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Так. Я в сумраке пойду, в полумраке, как правильно сказать. Понятно. Я там гитару слышал. Звучит хорошо. А вот гитарист — это кошмар. Я, конечно, понимаю, опасно, все такое. Но если получится, спаси инструмент. Эй, это что у вас за концерт по заявкам на рабочий час? Давай. Боец на задании. Нехер его нагружать всякой ерундой. Все, так. Гитара справа. Вон на том маяке. Давай гитару-то мы возьмем сейчас, наверное. Спрячьте оружие, удерживая П.
Вот так вот, чтобы не задыхаться нам, да? Так. Так. Давай. Давай. Понятно. Ладно. Где вы еще есть? По периметру есть вы? Так. А где оружие у тебя? Нормально. Где ты? Место, сука. Либо вам не пощелкать, в раз зажмуришь. Где ты? Все, зачистил. Так. Ты его не видишь, да? И чем ли смотрящий себе скулы жаще? Поставил тут тьму. Ладно. Нашим легче. Хопа. Да, хопа. Гитара там на самом верху, наверное, будет. Тихо, тихо. Хрена мне тут одному торчать. Тут, блядь, сука. Тебе повезло, что ты в живых остался. Помогите! Помогите! За рыбы, прошу! Развяжи! За рыбы, да пошел ты со своей рыбой. Ух ты! Давай, что еще можем взять? Лезем. Вот она и гитарка. Не играй. Просто бери ее и все. Так. Давай, давай. Еще выше. Так, а нам туда и не надо. Зачем нам туда? Где у нас бинокль? Не, нам туда точно не надо.
Хотя подожди, где... Нет, не тот островок. А вот туда нам, наверное, надо. Блин, еще дальше. Вон туда. Так, ладно. Не тот. Ясненько, понятненько. Спускаемся. Так, тут у нас чего? Вниз. Блин. Как мне тут спуститься-то аккуратненько так? Тело стоит. Вот. Сюда, сюда. Давай. Все, освобождаю тебя. Беги, рыбак. Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силати. Так, твоя история-то мне без разницы. Мне бы вот найти здесь что-нибудь полезное для себя. Так. Ну вот царь рыба. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, мне дальше идти? Смотрим на карту. Да, дальше идти. Здесь уже уничтожен. Поезд здесь. Лодка, лодка. Тут лодки нету. Почему-то. Хотя должна быть где-то здесь недалеко по-любому. Ладно. Ну нету и нету. Давай сюда. Пойдем. Темно. Хорошо, что пауков нету вот зимой-то. Хотя, думаю, здесь вот. Где-то появилась вон она шаровая молния. Хорошо. Давай. Ты здесь? Караулишь мост? Хопа! И я здесь. Ну здоров, брат по крови. Ты ну-ка. Заметил меня? Вот и другие не замечают. А я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал. Так, мощность атак, оборотов меньше проблем. Как я понял, смотри. К счастью, там есть пристань. Видно, Святоша постарался. Внутри подходные одни. Так, это у нас что? Ой, не-не-не, почистить надо. Уже
Так. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те, видишь? Да, там подожди. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Понятненько. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что они сейчас беспокоиться нечего. Где блеснуло? Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. Да, это мы знаем. Давай. Доброй охоты. Молния там их бабахат. Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим просто, что это такое. Мне вот это сооружение просто интересно. Это газель. Я вообще хоть куда иду-то? А, за Мишкой. Все нормально. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Так. Да, вот здесь вот, по-моему, бандиты сидят неплохие. Матерые. Уголовнички. Где ты? Ну и где ты? Вау, такого-то не сразу возьмешь, их еще и двое. Ты наверх. Хоп. Так, первый есть. Хоп. Давай. На. Патроны для калаша-то. Вообще просто прекрасно. Где вы? Где-то наверху. Куда ты сбегал? Бегать же. Где ты? Ну, я слышу, по воде бегал. Так.
Спокойно. Погасили лампочку. Сейчас мы ему лампочки погасим. Хоп! Птики. Так. Да где вы, падлы, ходите-то? Вот тебе и измена. Неплохо. Так. Так. Ну вот слышу, еще где-то остались. Так, ладно. Будем искать. Где вы? Стрёмно. Что ты тут делал? Непонятно. Непонятно. Так, зачистил? Все, вроде больше не храпит никто, не говорит никто. Что тут? Твари, что придумали-то? От всей дозволенности-то. Совсем башня полетела. Ладно. Мне-то куда? Чуть-чуть налево, понятненько. Вон. Вон туда куда-то. Правильно? Так, туда не пойду, там не делать ничего. Где-то вот здесь. Ой. Попробуем вот сюда свалить. Блин. По кому стреляют? По мне, что ли? А, вон там Мишка.
все. Вспомнил, где этот медведь гребаный. Так, вон туда мне надо. Да, да, да. На ту бочку залезь. Спокойно. Кто-нибудь есть? Кто в теремочке живет? Так. Все взяли. Никого. Здесь тоже никого. Ладно. Блин, посюда потом гнать какую-то дрезину надо будет. Давай, давай. Блин. Да повернись ты ко мне головой. Вот так. Так. Как мне тут пройти? Давай, давай, думай, думай, как пройти. Надеюсь, это лед. Так. Давай, давай, тащи свою жопу. Вон он сидит, монстр. Так. Я хоть правильно на тебя, к тебе иду? Да подожди. Ни хрена ты мне там. Нифига. Вот нифига. И не выплывет ты. Быстрая загрузка. Я же знал, что он не выплывет. Куда он там? Как туда попасть вот? Сейчас кругами ходить надо. Смотреть. При скрытном передвижении прямой путь редко бывает самым... Так, мы знаем, что это не самое эффективное средство. Ой-ой-ой, чуть не упал. Перелез. Так.
Такс. Идем, идем. Тут сейчас вот так спиральку подниматься надо. Тут особо-то ничего такого интересного-то и нету. Давай. Только вот за Мишку, по-моему, придется посражаться. Да я вроде другой ставил-то. Да тихо ты. Где? Стой. Давай, где медвежонок? Медвежонок должен быть здесь. Только где вот он? Вот он, медвежка, медвежонок. Все. Можно сваливать. Хрен вам нарыло. Чтоб не грустно было. Так. Пойдем-ка чинить автомат будем. Почистим. Чистим. Так. Собрать. Так, собрать. Дорогое удовольствие. Так, что у нас за ствол? Понятненько. Почистим. Почистим. Здесь у нас что? Ух ты. На ух ты. Нет, он мне помогает пока. Все. О, автомат точно. Где прицел-то гребаный? Все. Установили. Так. Мне надо к дрезине. Туда дальше идем. Давай, давай, давай. А я гляжу и вслед, и ничего там нет. Опа. Образовалось. И никак не обойти. Thank you.
Давай. Вот и все. Вроде бы. Я люблю свою родину, вроде бы. Я люблю свою родину, ё-моё. А кого еще, если не ее? Смотрим. Вот она. Блин. Ха. Зажигатель. Зажигатель мне пока не надо. Вон туда. На! Тихо! На! Зарежу! Ай-яй-яй. Так. Так, ну что-то, блин, ходить-то тоже. Разделение сфер влияния. Мне-то куда? Вот прямо на нее смотрю. Надо как-то перебраться мне через лужу. Так, минутку. Спокойно. О! Кстати, я уж совсем про тебя забыл-то. Ты мне вроде как и не мешался все это время. Он в тех домиках, что ли, ты? Лодка. А что, я сразу не заметил? Ну и там можно, конечно, пройти. Ладно. Давай посмотрим. Раз ты меня туда завлекаешь, просто зовешь, так и манишь. Что-то тут должно расти, но его нету, ладно. Тут, кстати, по-моему, должно с кем-то биться. Давай, где там лодка? Дальше чуть-чуть. Ну спокойно вы. Поплыли. Давай.
Так. Кто здесь есть? Вот я пришел. Дрезина должна быть где-то. Ты что, падла, охренел, что ли? Ладно. Давай-давай-давай, вот мы так поплыли. Да я уже все, уплываю от вас. Уплывают в родные края. Дембеля, дембеля, дембеля. И куда ни взгляни, в эти майские дни всюду пьяные ходят они. Так. Вот это-то мне не очень нравится. Ну, как спрашивается, меня не спрашивают, нравится мне или нет. Мое мнение, как я понимаю, здесь не учитывается. Тихо. Спокойно. Сколько тут тварей. Я вообще-то на людей рассчитывал, а не на вас. Вы хоть друг друга-то бьете, нет? Уж очень на это надеюсь. Так, и вот мы припарковались. Давай. Пусть горит лучше. Где вы? Пойдем, пойдем, пойдем. Так, я помню, куда-то пойдешь, в ловушку попадешь. Или придется в нее все равно попадать. Ладно, пойдем. Да тихо ты. Да подожди. Хоп. На. Подожди, хлопец. Вот так. Вот так. Так, надо подкачать, во-первых. Не, сначала надо патронов наделать. Патроны. Теперь подкачаем. Давай.
Вот так. Нормально пока. Где у нас еще? Сюда. Куда нам? Туда, сюда. Везде по-разному поставлено, блин. Должен буду еще отбиваться. Светает. Уже не очень-то поможет мне все эти тени. Давай-ка посмотрим. Там за дверь, по-моему, вот здесь. Не смогу вроде за дверь пройти. Да, с той стороны это выбивать надо. Было бы слишком просто. Сюда, сюда. Это поворотный рычаг. Как где его только использовать надо будет. Не могу вспомнить. Так. Как мне на ту сторону попасть? Пьем, а так маленько. Хорошо, ладно. Понялись. Учтем. Залазь. Пролезь сюда. Хорошо, так. Как туда забраться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это? Хочу все знать. О, плавает. Так, если я сейчас не залезу в ближайшее время, то, наверное, на этом и закончим. Что-то фонарик какой-то тусклый у меня. Нету что-то лампочки Ильича. Так. Еще раз проходим. Так, у нас здесь ничего нету, ничего нету. Ничего нету. Прекрасно помогло мне это. Так, путь пока один. Почему ты не... А, вот. Вот так.
Вот так. А тут можно на вагон подняться? Нет. Ладно, запомним. Что тут забилась листь такая? Зеленый-то ладно, хоть собираем. Так, здесь мы все подсобрали. Больше тут ничего нет такого. Ничего. Ладушки, ладушки. Двигаемся, двигаемся. Пока вроде, да, никто не идет. Ну и слава богу. Где-то есть, вон, бегут. Так. По низу прошелся, по верху потом, но это обрушилось. Понятненько. Только вперед. Что ты взбеленился-то? Падла, это все же по сюжету идет. Ну-ка, залазь, залазь. Так. Экранирует. Все нормально пока. Так, а вон они и чудовища. А сюда идти? Давайте осмотрим вот эту бочку. Наверх, наверх. Мы же даже не знаем, где находимся и кто нас окружает. Блин, не то. Хлопнуло-то здорово. Да твою мать! Давай! Да! Да ни хрена. Блин, не из того бахнул, и все, и пошло-поехало. Вот тебе и цепная реакция. Давай, загружайся. Thank you.
Так, вот. Другой разговор. Ну что ж, вот на этом теперь все. Да? Ой-ой-ой. Да. То на то и получилось, а нахрен. Где ты? Еще и с кирпичом на меня замахиваться. Так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока! Ху-ху-ху.